Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Итак, дорогие друзья, всем привет! И сегодня у нас обзорчик пистолета X-Shot Zombie. Это пистолет у нас многозарядный, вот, ссылочку на него я выложу в описании, вот такой вот у нас на вид, я уже его распаковал, как-то у меня не получилось, потому что сделать распаковку на видео, вот, ребенок его сразу ухватил и начали, в общем, играться. Он поставляется вот такой вот коробочке, вот, если видите, вот она вот, такая и такая вот сзади. Там уж целая коллекция пистолетов и ружей. Вот, как видите, вот такая у нас коробка. Сам пистолет очень, кстати, качественный. Все такое плотненькое, хорошее. В общем, стоит своих денег. Вот. И довольно такой тяжеленький. Так что, если будете брать ребенка, то учитывайте, потому что мой малой кричит тяжелый. Вот. Я его не взвесивал, но такой увесистый, граммов 400 весит, 300. У него вот такой вот перезаряд здесь есть. Вот эти вот барабаны, они крутятся. Один сменный, типа барабан запасной, а второй, ну, как бы меняются они. Вот таким вот образом. Потом у него еще есть такая штучка, он здесь типа дисками стреляется, сюда ложите диск. Бум. Диски летают плохо, а вот пульки довольно-таки неплохо. Так что если у кого есть там телеки, где на виду стоят, то будьте осторожны. Может быть телек, ой, хана настанет, я как-то не проверял. Вот. Стреляет он, кстати, на 17 метров, как заявлено на упаковочке. Тут 55 футов или 17 метров. Вот. Довольно так шпуляет нехило. Я, в общем, еще в видео тоже покажу, как он стреляет. Вот такие вот у нас патрончики к нему идут. И здесь 12 штук. Вот эта вот фишка, я, кстати, сразу не обратил внимания, а она, оказывается, тоже мягкая, из полиуретана. Вот. Но по телеку я не стрелял, как-то не стал проверять, потому что жалко телевизор, однако. Вот. Вот эта штука тоже мягкая. Так что... лучше не буду пробовать, а вы там как хотите. Но я думаю, телеку, в принципе, хана не должно настать, если случайно стрельнет в него и попадет, потому что вот эта штука, она мягкая, но под ней есть пластиковая штучка, и она твердая уже. Вот здесь вот черная, она такая прорезь типа есть. Вот, она приклеена к самой вот этой желтой, а сверху наклеена такая шляпка. Вот, так что если она сорвется, не дай бог, и попадет в телевизор, тогда точно хана будет. И к нему еще идут вот такие вот диски. Вот они, вот эти вот диски. Но неплохо летают, если честно, так себе. Не очень, поэтому пуляемся вот этими пультами. Очень даже круто летают. Вот такой вот у нас на вид. Очень хороший, кстати. Мне лично очень понравился. А понравился он именно потому, что он прочный. Качественный такой. Малой его не сразу убьет. Он у нас уже падал не один раз уже. И, как видите, целый. Не разбился, царапинок пока нигде нету. Пластик довольно качественный. И, что самое главное, не воняет пластиком, как обычные китайские игрушки. Хотя это тоже в Китае сделано. Вон, видите, надпись «Чина». Вот. Но он довольно
качественный. Так, затвор у нас передергивается довольно сложно. Это, кстати, пистолеты до, вернее, не до, а 8 с плюсом лет. Вот ребенка, что было. У меня малому почти 4 уже. И он как бы не очень справляется с этим затвором. Он довольно туго передергивается. Вот. Так что совсем маленькому ребенку он, конечно, не подходит. Но малой очень доволен. Мы с ним пуляемся вместе. Ему очень-очень нравится. Еще к нему идут вот такие вот баночки. Мишени. Вот. С картинками зомбаков. Такие вот они страшненькие. Тут, да, зелененькие все такие. Они разделяются на две части. Можно делать вот так вот. Ставить их. Они тоже, кстати, стоят. Вот. Устанавливаются. Тоже можно по ним стрелять. Так их в комплекте целых банок 3 штуки. А если разделить на половинки еще, то получается 6 штук. Баночки такие хлюпенькие. Ну, собственно, банки нам особо-то и не надо. Но лучше, конечно, по банкам стрелять, чем по телевизору. Так, и сейчас, наверное, еще проверим, как он стреляет с ним на видео. Вот, покажу вам, как он в конечном итоге пуляет. Вот, сейчас заряжу его, и все увидите сами. Итак. Тест выстрела, значит, у нас пистолета. Сейчас мы проверим, как он и куда пуляет. Ничего себе, улетело. Это еще один. Чуть по телеку не попал. Ого, круто. В общем, стреляет нормально. Довольно быстро улетает, но немножко косит, потому что здесь ствол, как видите, такой вот. Это же не настоящий пистолет нарезной. В принципе, игрушечный, так что вполне достаточно. Вот такой вот у нас пистоль. Сейчас мы еще раз посмотрим по внешнему виду у нас. Пульки здесь заряжаются, кстати, очень просто и непринужденно. Вот так вот они у нас вставляются сейчас. Поглядим, вот засов. Там есть такая штучка внутри, вон, видите, как иголочка. На нее насаживается типа пулька. Вот так вставили, зарядили и выстрелили. Нормально, аж до конца комнаты дотянуло. Ну, в принципе, я думаю, 17 метров есть. 17 метров есть, стреляет. Так что такой вот у нас аппаратик. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.